Всем добрый вечер. В эфире интерактивное ток-шоу Prime Time. Событие, которое произошло сегодня, скажется уже в самом ближайшем времени практически на всех жителях муниципия Кишинева. И есть подозрение, что скажется действительно не самым лучшим образом, и есть опасения, что это решение, которое сегодня было принято муниципальными советниками, очень здорово в кавычках, будет бить по карманам обычных горожан. Голосами советников от либеральной партии, а также либерал-демократов и независимых советников сегодня был проголосован проект решения, согласно которому предприятия теплоэнергетического комплекса, такие как Термоком, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, будут реорганизованы в одну общую структуру. Что примечательно, этот проект был рожден не в недрах администрации Кишинева и даже не в муниципальном совете, а был муниципальному совету дарован сверху, а именно из правительства и, в частности, из Министерства экономики, которое, как известно, контролируется демократической партией. Можно ли говорить сегодня о том, что создан прецедент? Можно ли говорить о том, что муниципий или любую другую районную власть вот так росчерком пера со стороны отдельных чиновников можно лишать собственности, причем публичной? И что простые граждане могут противопоставить таким решениям? И почему, главный вопрос, почему то, что принадлежит по праву народу в нашей стране, так легко в последние годы отдается за копейки в частные руки? Впрочем, об этом сегодня поговорим. Надеюсь, что мы сможем ответить на эти вопросы. С гостями Prime Time. У нас сегодня в гостях муниципальный советник, политический и экономический аналитик Виктор Гуреу. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. И журналист-публицист Юрий Дзитковский. Спасибо вам огромное, что согласились принять участие в нашем эфире. Виктор, к вам, конечно, первый вопрос. Я знаю, что вы лично неоднократно выступали за то, что Термоком вытащит из вот этой ужасающей ситуации, в которой он находится с 2002 года, речь идет о его финансовом состоянии этого предприятия, вытащит реорганизацию и модернизацию. И сегодня советники от фракции партии коммунистов воздержались от голосования по проекту решения. А почему не проголосовали против? Ну, во-первых, хочу объяснить, что каждый нормальный человек понимает, что экономическая структура или экономический агент, который имеет такой огромный потенциал, как с точки зрения финансово-экономического характера, так и влияние на каждого гражданина муниципии Кишинев должно модернизироваться, потому что уже на протяжении, я сегодня отмечал в своем выступлении, на протяжении 22 лет этот экономический агент был дойной коровой для всех проходимцев. Значит, я сегодня акцентировал внимание, то, что произошло сегодня, это чистое воровство. Угу. Почему? Обращаю ваше внимание на специфику принятия решения. Вы правильно подметили, спускается сверху. А мы знаем, какова процедура обесценивания активов таких больших экономических агентов. Будем брать во внимание, что у него оборот где-то больше 3 миллиардов чистых денег, в год, который, да? который циркулирует. И вы понимаете, что это очень лакомный кусочек. В то же время мы знаем, какие делишки творились вокруг этого предприятия. И я смею пунктировать некоторые взаимозачеты. Помните исторические взаимозачеты, когда три экономических агента всякие по электроэнергии, по покупке газа, потом скандал с так называемым потреблением газа без оплаты, когда господину Райлину взорвали машину директора Анре. Потом большие скандалы насчет рейдерских атак по Реду, Red Nord,
по троллейбусному парку. Мы уже не говорим о счетчиках. О счетчиках и тому подобное. Вот эта цепочка. Ставились за счет, не за счет предприятия. Звенья одной цепочки. Угу. В конечном итоге, я когда сегодня посмотрел документацию, но стоит отметить, угу, эта процедура происходила нетранспарентно, и даже сегодня было доказано на заседании, что очень много документов, как, к примеру, аудит, как, к примеру, концепция, имели гриф строгой секретности. Угу. Я один депутат, советник либерал, показал это, я им сказал, ага, ребят, своими действиями вы не только наносите ущерб где-то свыше 3 миллиардов лей публичному, бюджет, публичной собственности, угу, потому что это свыше полутора бюджета годовых муниципия. Но вы одновременно освобождаете от ответственности тех воров, которые творили свои делишки вот вокруг этого предприятия. Поэтому мы были за модернизацию, за реорганизацию, но какими инструментариями, каким механизмом? Мы предлагали альтернативу. Угу. Ребята, давайте посмотрим, давайте проанализируем с точки зрения того, что произошло в 2011 году. Почему правители заблокировали окончание программы по банкротству компании? Потому что мы перечислили, мы выполнили судебное решение 5,4%, угу, почему не списан долг 1,5 миллиарда леев, который был предусмотрен именно судебным, угу, решением. Нет, они пошли на обесценивание активов Термакома. Кстати, 72% принадлежал пакет акций муниципальному совету. И предложили с Министерства экономики, что сейчас муниципальный совет в новом предприятии будет иметь 2,63%. Второй вопрос. Активы Термакома намного эффективнее, чем активы ТЭЦ-1, к примеру, и ТЭЦ-2. Даже по потерям, даже по рентабельности. И мы говорим, в нормальной стране с рыночной экономикой, когда идет вопрос о слиянии, угу, берется в расчет не только численность или количество акций или активов, нет, чистых, но и эффективность, которая может дать впоследствии в долгосрочной перспективе. Поэтому, да, одно из главных условий, угу, мы говорили о том, что муниципальный совет для того, чтобы защищать интересы потребителей, конечного потребителя, который платит живыми деньгами, должен сохранить за собой хотя бы минимум блокирующий пакет акций и представительство в административном совете на уровне 3 членов. И последнее, чтобы закончить вот это, почему мы не проголосовали против. Дело в том, что наше предложение принципиально, они были приняты, проголосовали, но есть одно маленькое, но очень существенное но. Именно договор о слиянии сегодня не был. Как не было? Мы, как собственники, должны были утвердить договор о слиянии. Которого не видели? Никто не видел. У меня он был. Я им говорю, ребята, он есть. А у вас он откуда? Мы как профессионалы, мы добываем информацию, как и журналисты, для того, чтобы Виктор, вы хотите мне сказать, что сегодня советники, 26 советников, закрытыми глазами признавая том, что процесс полностью нетранспарентный, что процесс полностью неподготовлен, и в конечном итоге это приводит к тому, что я сказал изначально, это чистое воровство. Значит, украли у граждан муниципия свыше 3 миллиардов леев. Юрий, я хотела вас спросить. Я знаю, что одно время вы очень плотно занимались темой, в том числе теплоэнергетического комплекса и муниципия. Как вы считаете, вот решения, которые принимаются, особенно в последние 2-3 года в муниципальном совете, они стоят доверия наших горожан?
Ведь то, что сегодня проголосовали, это явно скажется на обычных гражданах. Вот о чем Виктор сказал. Вы, если позволите, я сначала обрисую вот ту роль, которую я сам себе сегодня навязал. То есть, с вашего позволения. Я сегодня в роли чайника, то есть простого горожанина, как вы уже сказали. Потому что, тем более, что вот моя роль публициста, она как бы вполне позволяет мне именно эту роль исполнять, задавать глупые вопросы кому-то, может быть, кажутся глупыми. Или наивную позицию какую-то высказывать. Так вот, действительно, я этой проблемой занимался еще, слава богу, в 90-е годы. Вот те самые годы, о которых говорит господин Гурел, когда взаимозачеты, они считались каким-то ноу-хау в молдавской экономике, когда существовал дефицит каких-то оборотных средств, какие-то сплошные задолженности были. Тогда это многими воспринималось как какой-то прорыв экономический. Вот сейчас мы спишем там, сейчас мы здесь спишем. И, слава богу, нашлись такие люди, которые на этом здорово заработали, сами себе заработали. Нам это представлялось как великое достижение. Долги какие-то списывались, собственность куда-то уходила. Денег как не видели, так и не видели. Я вот что хотел отметить в этой связи, не окунаясь в специальные какие-то цифры, темы, что ведь это традиция решения именно вот таким вот образом вопросов в муниципальном совете, на муниципальном уровне, она же сложилась еще, наверное, даже в те времена, о которых вы говорите, господин Гурев, вот эти традиции закрытых каких-то принятий решений в рамках муниципального совета, когда абсолютно нет транспарентности, она существовала еще и тогда. Вот при, слава богу, ныне неплохо здравствующем господине Урикяне, который тогда управлял муниципием Кишинев, вот тогда эти традиции были перенято, как-то вот каким-то образом попали в нынешнюю структуру примарии и муниципального совета, сохранились. Даже этот юноша, который пришел сейчас в городское управление, администрирует примарией, он как-то так вот живенько это все перенял, хотя ему немного лет. Как-то так получилось, что и муниципальный совет тоже, система заставляет. Вот система настолько хорошо сформировалась за те 11 лет Урикяна и после Урикяна вот все это. И как-то даже лица при прежнем правлении тоже не особо меняли эту систему. Как-то эта система была удобна всем, кроме горожан. Вот извините. И вот сейчас, Ольга, вот сейчас мы приходим к тому, к чему мы приходим, когда уже настолько цинично, настолько бесстыдно производятся все эти дела. Ведь казалось бы, что такое Термаком? Это муниципальное предприятие. Это предприятие, извините, я вот все еще в своей наивной роли, которое априори должно принадлежать муниципию Кишинева. Самое большое муниципальное предприятие. Оно по определению должно быть муниципальным. Никакие министерства, никакой экономики, тем более нашей экономики молдавской, не должны вмешиваться в эти муниципальные дела, потому что муниципальный совет заботится, должен, призван заботиться о том, как живут горожане. Мы не зарабатывать на этом. Вот здесь, я думаю, маленькая ошибочка с той точки зрения, что муниципальный совет на сегодняшний день, он принципиально не отвечает требованиям или чаяниям народа и конституционной нормы. А когда дело в том, что нет. Дело в том, что статья 112 Конституции гласит очень четко, что местная власть, она волеизъявление народа происходит через избранного примария и местным советом. На сегодняшний день вот это давление, можем даже сказать, прямой шантаж. И самое паршивое, когда вот этот прямой шантаж уже участвуют и зарубежные дипломаты. Ну как себе можно представить, когда посол Швеции открыто шантажирует горожан, что если муниципальные советники не будут голосовать за слияние, да, было такое заявление, да. Вы останетесь без тепла. Без тепла. Потом другой шантаж со стороны Министерства экономики. Почему-то это происходит? Потому что это огромные интересы, финансовые интересы. Огромные. Вы понимаете, за это время, которое вы акцентировали, было смыто миллиардные обороты. И вот это, чтобы оно не выходило наружу, потому что существует в экономической теории существует множество рычагов и инструментариев
для того, чтобы реструктуризировать, даже через банкротство. Потому что государство не вмешивается в процесс. Экономические агенты сами должны регулировать свои взаимоотношения. С вами очень трудно не согласиться в этом смысле. В том смысле, что миллиардные средства прошли за это время. Очень правильно. И в том числе через Но это знаете, предприятие. Знаете, почему это произошло? И сегодня этот юноша, а я его называю по-другому, он коррумпированный молодой киндер-сюрприз. Он выходит на трибуну и открыто говорит: мы должны проголосовать, потому что это все достанется Газпрому. Слушайте, это открыто. Слушайте, если вы потребили газ, и если этот газ выбрасываете в воздух, потому что я сегодня профессионально разложил им по полочкам, почему термоком эффективнее, почему ЧЕТ-1 и ЧЕТ-2 неэффективные, потому что КПД у термокома порядка 78%, а у ЧЕТ-1 и ЧЕТ-2 как у паровоза 30%, если а у ЧЕТ-1 и ЧЕТ-2 где-то порядка 40%. Это означает, и горожане должны знать, что 60% того газа, который сжигают в печах, и мы платим за него, выбрасывается на ветер. Отапливаем улицу. Хорошо, а если Газпрому это не будет принадлежать, то кому? А мы не должны вмешиваться. Тут Газпром вообще не имеет отношения к нашему муниципалитету. Это пресловутая рука Москвы, который дядя этого киндер-сюрприза продвигает эту тему. По сути, муниципальный совет был полностью исключен из процесса принятия решения. При разработке этого проекта, при разработке условий, аргументации в пользу этой реализации. Нужно я дополню этот вопрос. Или как-то с муниципальным советом. Нет. Или муниципальный совет как-то привлекал министерство экономики. Вы понимаете, дело в том, вот очень что... интересный момент. Вот. И почему муниципальный совет, по сути, получается, был поставлен перед фактом? А очень просто. Коммунисты выиграли выборы в 2011 году. Тут же принимается в парламенте новый закон, который исключает логистику муниципального совета. Да, снимает председателя муниципального совета. Да, это и передает функции. Хорошо, что кому? Об этом генпримарю. Генпримарю, да. Дальше. Угу. У муниципального совета на сегодняшний день нет рычагов даже самоорганизации. В процессе обсуждения этого вопроса, очень важного вопроса, потому что вы подметили одну важную деталь. Уже через несколько недель люди почувствуют на своей шкуре, что такое эта реорганизация. И я буду пунктировать, почему. Значит, нас хотели пригласить, и даже есть у меня официальная бумага, для дискуссии в Всемирный банк. Который выделяет кредит, да? Да. 20 миллионов долларов. Нет, мы вернемся к этим миллионам долларов. Потом через пару дней мы узнаем, что не будет этого. Встречи. Да. Потом оказывается, они как-то советуются в Министерстве экономики, но без участия самой большой фракции. И специалистов, которые принципиально, слава богу, я работал 14 лет в термоэнергетике. И они обсуждают этот вопрос. Сегодня мы узнаем, что первоначально был другой проект решения у правительства. Это означало, что проект решения правительства должно было утвердить учредительные документы. То, что я говорил. Это договор о слиянии, это устав и это протокол создания и распределения долей. Потом исчез и этот проект решения. И появляется маленький проект решения, где все это передается руководству новоиспеченного предприятия. Стоп, люди добрые. Согласно закону о управлении госсобственностью и деятизации госсобственности существуют собственники. Собственники термокома – это муниципальный совет. Как вы можете собственника отвести или отметать? Вот они и могут. Угу. Вот то, что происходит на сегодняшний день – это полная узурпация процесса принятия решения и полная нетранспарентность, потому что я сегодня с трибуны сказал, то, что случилось с Банком Деэкономии, когда я представил широкой публике конфиденциальный рапорт Всемирного валютного фонда, то же самое случилось и здесь. В конечном итоге появилось три мапы, на них гриф секретно.
строго секретно, и там вырисовывается картина, что у них первоначальная задача – это покрыть воровство, которое происходило многие годы на этом предприятии и на других предприятиях. Потому что я читал сегодня данные, я могу сейчас вам сказать, что у ЧЕТ-1 и ЧЕТ-2 намного хуже ситуация, чем у Термакома. Я их спросил: ребята, мы что соединяем? Две беды? Меняя местами, сумма не меняется. В конечном итоге, как может человек почувствовать себя удовлетворенным от качества услуг, потому что механизм, который вы предлагаете, не приводит ни к модернизации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, не приводит к модернизации транспортных артерий, а к очередному распилу и дохожу до тех денег. И никто, по большому счету, не собирается вкладывать, конечно, инвестировать средства в эту сеть. И нет таких денег. А то только есть забирать и контролировать вот сказать, этот 4-миллиардный оборот. Термакома останется с этими долгами, тарифы вырастут, и опять они будут выживать за счет карманов горожан. Понимаете, они нас шантажируют, что мы потеряли 20 миллионов. Никаких не потеряли. Имеется в виду кредита, да, от Всемирного банка. Дальше, 40 миллионов. 40 миллионов выделяет Всемирный банк на модернизацию некоторых насосных станций и трубопроводов, там, где эффективность и так большая. А скажите, пожалуйста, генерирующие устройства остаются там те же самые? Падает объем потребления теплоэнергии, а значит, растут косвенные затраты. Виктор, вы сейчас говорите вот очевидные вещи, но у меня такое ощущение, что никому в муниципальном совете из либералов, из либерал-демократов вообще вот эта аргументация, она, по-моему, знаете, Ольга, абсолютно вот это как в фильме про трех мушкетеров, а скажут, что нас было трое, да, а скажут, что виноват муниципальный совет. Именно да, так и делается. В целом муниципальные советники тоже не дураки, но, во всяком случае, не все. Угу. Они прекрасно понимают, что происходит, как происходит технически, кто что будет инвестировать или не будет инвестировать, на кого повесят всю эту беду. Потому что граждане будут глядеть на муниципальный совет. И именно муниципальный Подождите, совет корить во всем этом. Да, извините. Вот муниципальный советник прекрасно это понимает. Но можно я скажу, что многие, во всяком случае, муниципальные советники, продажные муниципальные советники, их хуже, тупо просто подкупают. В том числе я и за деньги. А можно говорить о том, что Всемирный банк тоже участвует тогда в этом воровстве? Конечно, участвует. Или вот эти международные финансовые структуры не лезут. У Всемирного банка есть свой интерес. Вы задайте себе вопрос, почему премьер-министр Венгрии выгнал этот Всемирный банк из своей страны? Международный валютный фонд. Вы и Всемирный банк. Остальные ушли сами. Они ушли сами. Знаете почему? Потому что он понял, что они занимаются воровством. Что эффективности за счет этого никакой нет. Потому что им нужно продать деньги. Вот есть выход. Как можно нам нужен дороже. Честный премьер. Они возвращают свои интересы муниципальной совете. Вот вам пример. Недавно, на прошлой неделе, здесь рвал рубашку кто? Черней, да? Некто Олег Черней. Вот он рвал рубашку и да. Сегодня как суслик проголосовал. Потому что он, когда приходил сюда, набивал себе цену, фактуру, сколько он заработает на этом. Таким же образом делает этот Донцов, который в муниципальном совете. Они продают свой голос. И в конечном итоге им наплевать на то, что сотни тысяч горожан будут платить не только проценты Всемирному банку, но и все те убытки технологического характера и финансового характера, который пройдет. Но самое главное, сегодня уже есть информация. Через несколько недель мы можем ожидать увеличения цены на газ. Скажите мне, пожалуйста, что будет делать новое предприятие в таком случае? Потому что когда разговор идет о модернизации и реструктуризации, нужно анализировать полный технологический процесс от закупки энергоресурсов,
от технологического процесса технического характера, производственного характера, коммерческого характера, когда продаешь гражданину и получаешь деньги. Вот этого нету. Угу. И в конечном итоге мы говорим, люди добрые, если вы проголосовали только для того, чтобы распиливать еще 120 миллионов долларов, почему 120? Потому что Всемирный банк дает еще один кредит в 80 миллионов для того, чтобы погасить так называемые долги. Исторические. Да? Принципиально важно, чтобы понял наш гражданин, что платить придется именно ему, не этому продажному советнику, не бюрократу с Министерства экономики. Смотрите, Виктор, в конечном итоге придется построить еще один термоком для того, чтобы наладить и вернуть все. Самое, вот извините, очень важно. Вот они признают, что ЧЭТ-1 активы никудышные, его нужно остановить, сносить и построить новое. Так скажите, пожалуйста, почему эти активы стоят в 8 раз дороже, чем активы термокома? А почему? А потому что интерес другой. Защищая Министерство экономики свои активы, которые, даже если мы они проголосовали сегодня, Газпром или Молдовагаз может подать в суд в любой момент и потребовать возмещения убытков или долгов. Никого никто не спасает, потому что принципиально судебные инстанции не подчиняются правительству или муниципальному совету. Но признавая, что активы, то, что я говорил, а какова же эффективность этих активов? Металлолом? Нет, они хотели просто контролировать процесс, забрать у муниципального советника возможность влиять на тарифную политику, потому что им очень важно иметь в руках инструментарий контроля над финансовым потоком, вот эти миллиарды. Давайте еще скажем о том, что в конечном итоге это новообразуемое предприятие, оно все равно станет, оно выйдет из подчинения муниципального совета, и очень велика вероятность того, что оно будет приватизировано, вынесено на приватизацию, и кто-то его 100%. Благополучно купит, как мы продали уже потребление электричества. Да, как-то худо-бедно это налаживалось даже в течение многих лет. Останутся активы непрофильные. И самое сегодня прозвучала эта мысль. У термокома где-то 37 гектаров земли занимают вот эти объекты. Насосные станции, котельная, восточная, западная. Знаете, что интересно? Они даже не взяли и не посчитали, согласно закону об акционерных обществах, ликвидность этих территорий. А знаете почему? Чтобы не терять контроль. Да. Почему не терять контроль? Потому что впоследствии это предприятие захватит эту землю по нормативной цене. Потому что закон ей позволяет это. Вот воровство как происходит. А потом с этим предприятием... Абсолютно верно. Это потрясает своей наглостью и циничностью. Просто тут нет слов, как воруют буквально вот часть города. Самое интересное, что даже воровство у нас в стране делается за счет обычных граждан. Да, за все платят простой гражданин. Да. Виктор, скажите, а новая форма вот этой структуры, она какой будет? Акционерное общество или вот согласно проекту? Никто не знает. Никто не знает. Понимаете, уникально. Муниципальный совет голосует, и никто не знает. И даже вот тот коррумпированный советник, который принципиально рвал рубашку, у него на руках были документы. Угу. И он сам говорил: ребята, у нас нет этого договора, у нас нет устава, у нас нет протокола, который мы должны как собственники утвердить, дать полномочия, потому что как-никак, но это муниципальная собственность еще. С ней надо как-то решать. Нету никаких документов, нету названия. Нету даже формы юридической определенной. Будет это СРЛ или будет это акционерное общество. Вот муниципальные советники, которые сегодня проголосовали, они понимают ответственность? Они не глядя. Они понимают ответственность? Конечно, понимают. И я им даже говорил: ребят, мы же выйдем перед народом буквально через несколько месяцев, будут выборы.
И мы это все им выскажем, потому что вы их обокрали напрямую. И вот результат того, что я вам сказал. Вышел на трибуну киндер-сюрприз Киртошка и сказал, а что вы хотите, чтобы это досталось Газпрому? Вот это рука Москвы. Пусть достанется. Вот это воровство покрывается и бандитизм покрывается вот именно идеологическими силы, такими пугалами. Вот смотрите, что получилось. В нарушение совершенно всех норм закона не проведен ни аудит, ни оценка, ни подсчеты и так далее. Вот все, что необходимо, что должно предшествовать. Это так называемые... Нет, они говорят, что есть. А где? А мы не видели. Я как раз хотела спросить, был проведен аудит или нет? Не проведено никаких переговоров, насколько я понял, с Кишиневским муниципальным советом. Принимается документ, бог знает в каком виде. И даже форма собственности неизвестна. Говоря о том, что там три папки под грифом «совершенно секрет». Это все является нарушением законодательства. То есть предприятие сейчас изначально создается с абсолютным нарушением всех существующих процедур. Да. Процедура, да. То это есть значит, это что уже можно потом опротестовать? Дает основание для того, можно чтобы аннулировать эти решения. Потому что принципиально важно понимать, публичная собственность имеет процедуру защиты интересов. Значит, они предусмотрены 121 законом, 9 статья, единственный собственник – это муниципальный совет. Им обязательно нужно было получить вот это согласие муниципального совета, но существует одно не до конца ясные вопросы. Судебное решение 2010 года, когда процедура должна была окончаться, заплатили. Второй вопрос. Почему на сегодняшний день, оставляя в стороне вот это некачественное процедуральное, транспарентность и тому нарушение, почему на сегодняшний день идет атака именно на муниципальную собственность? Потому что Термаком платежеспособен. У него нет долгов по бюджету. У него нет больших долгов. У него исторические долги. Так называемые. Так долги. Называемые. И при этом люди платят. При том, ЧЕП-2, ТЭС-2 имеет долг перед государственным бюджетом где-то 67 миллионов. Имеет долг по НДСу где-то около 9 миллионов. Имеет огромные кредиты. И еще 1 700 000 000 долг Молдове Газ. Люди добрые, я их спрашиваю, почему этого не банкротите? Он же банкрот. Он не платежеспособный. Да потому что они активы хотели отнять у муниципального совета и распиливать. Потому что очень правильно коллега подметил, есть профильные активы, это какие как сети, кому так они нужны? Насосные станции, кому они нужны? Но есть 37 гектаров земли, 37 есть гектаров. Восточная котельная, есть западная котельная, есть куча элеваторных узлов на территории Кишинева с землей. Стоимость вот этих 37 гектаров. Ну, вот это примерно около 400 миллионов рублей по рыночной цене. Плюс рыночная. К тому, есть очень хорошее примечание в законе об акционерных обществах, где пишется четко, что при рассматривании вопроса слияния берется за основу рыночная стоимость, а не нормативная стоимость. И вот сегодня даже люди, которые голосовали, указывали на это. И мы предложили, люди добрые, давайте мы включим в проекте решение, что при создании будет учтена рыночная стоимость активов, в том числе и земли, чтобы изначально решить этот вопрос, чтобы не дать возможность продажи активов. Значит, знаете, что делается на сегодняшний день? Продаются гаражи, продаются здания, продаются активы, которые можно, как говорится, считать непрофильными. Будут, которые все время будут в цене этого первого. И последнее. Значит, в 2011 году для того, чтобы завершить процесс
так называемого проекта по ликвидации, чтобы его, как говорится, оставить в покое Термаком, муниципальный совет, примария, муниципальный совет перечислила администратору из офиса, назначенный администратор, да, судебной инстанции, где-то 65 миллионов. На что? Для того, чтобы погасить 5,4%, которые по судебному решению. Знаете, сколько получил вознаграждение этот администратор? 1,5 миллиона. Вот это тоже из одного выстрела. Идея. Люди добрые, мы считаем предприятие убыточным, а 1,5 миллиона в карман. Я, кстати, хотела и другой спросить. Мы сегодня подняли вопрос насчет премиальных. Вот, я как раз хотела спросить. Люди добрые. Ну, директор же Термакома возмутился, что это ложь, что Боже это неправда. Есть что у них нет счетной палаты, где указывает на то, что администратор, лет, да, там, что административный совет делит себе премиальные за счет бедных людей, которые выгоняют из квартир. Он говорит, да нет, это чушь. Он сказал, что он не в курсе. Я чуть не упал со стула. Это же официальный документ. Счетная палата выдает. Это не выдумки журналистов. Угу. Это не выдумки неприятелей коммунистов. Это официальный документ. И вот таким обманом вот и происходит это воровство, этот бандитизм, это райдерские знаете, вот эти атаки. Вот чем больше мы говорим на эту тему, тем больше я разочаровываюсь. У меня ощущение, что вот этот я спрут, понимаю, людей, которые говорят, вот этот стенки спрут всех коммунальный, надо поставить, вот всех. Этот коммунальный спрут, начиная я не знаю, от верхних эшелонов администрации, заканчивая... Дорогие мои, как его я всегда говорил одну вещь. Если простой человек знал, что творится реально, в стенах муниципального совета, правительства и парламента, он бы не только автоматы взял, он уже танки выкатил. Скажите, бы вот на улицу. Важный еще вопрос. Вы знаете, какие объемы воровства? Потому что мы закрываем школы из-за неимения несколько сот тысяч леев. Да даже за 150 тысяч. Из одного тысяч удара закрывает. Уходит банк народный, миллиарды, вот так, задарма. Вся социальная система сконцентрирована в этом банке, и сегодня Термаком с одного удара больше 3 миллиардов. И вы думаете, что это останется бесследно? А что с коллективами этих предприятий? Ой, сегодня был тоже вопрос. Непонятно. Нет вообще. И вот мне жаль, что некоторые наши коллеги подаются таким... не шантажа, а коррупционным действием, потому что, к примеру, Тео Карнат заявляет, пока я не буду знать о том, где будет, что будет с где-то с больше 1000 людей, которые будут уволены в результате слияния, я не буду голосовать. В конечном итоге ему позвонили и сказали, ты же подал свою заявку в Высший совет магистратуры принимать участие в конкурсе. Смотри там! И тут же проголосовал. Дальше то же самое и Черней. Есть и другие коллеги. Знаете, всем им придется дать ответ перед людьми. То есть насчет судьбы сотрудников этих трех ничего предприятий не ничего не ясно. Надо спросить у Тео Карнаса. А вот мне интересно, что на предприятиях сейчас происходит? Вот люди сегодня наверняка с тревогой смотрели за произойдет то же заседания самое, муниципального что и произошло в Министерстве просвещения. Произойдет оптимизация. То будут людей выгонять оставят... людей с работы, оставят без куска хорошо, хлеба. У предприятия есть средства на выплату компенсации? Нету этих средств. Да вот есть почему... миллион проволочек, как этого можно избежать. Не например. Обязательно всем выплачивать. Выгоняют. А если удастся, да, то это опять удобно. Же за счет горожан благополучно этот да, вопрос поднимут, будет решен. Дополнительно поставят какие-то цены. Вот если сегодня... у нас премиальные до 600 тысяч доходят, то о чем мы говорим о каких-то пособиях? Юрий, вот сколько? 600 тысяч лев. Ой, это мало. Себе. Это разовый. Подход. Разовый, да. Разовый, конечно. Но их много. Боже вы мой, как выгодно быть работником делиться со многими приходится. Я уверен, что приходится со многими делиться, даже вот с этого 1,5 миллиона. Там схема работает очень принципиально. Она
Вы же, коллега, спрашивал, как этот юноша. Система всему учит. Вот система, именно это его и обломило. Вы понимаете, дело в том, что не может обломать система не только нормального или с вертикальностью человека, но еще человек должен быть профессиональным. Он должен знать процедуру администрирования. Вы знаете, когда приходит кто-то ему и говорит о том, что вот это единственный путь и альтернативы нет. Я ему говорю, подождите, ребята, существуют разные процедуры в экономической теории. Любая может быть использована, но нам нужно анализировать, какова будет эффективность в этом применении какой-то нормы. Сейчас, на сегодняшний день, применяя вот эту систему, кроме воровства, никакой эффективности нет. Знаете почему? Потому что случится то, что случалось всегда. Непрофильные активы будут продавать землю, здания, сооружения, косвенно имеется в виду гаражи, офисные помещения. Дальше. Останутся сети, распилят эти кредиты, потому что для того, чтобы модернизировать теплоэнергетический комплекс Кишинева, вот нужно вспомнить предложение китайцам. Нужен миллиард долларов, люди добрые, потому что нужен генерирующий потенциал. Нужны новые транспортные ресурсы. Значит, что они делают? Угу. Приходит к нам предложение, кстати, либерал-демократ, итальянская компания предлагает создать совместное предприятие по изолированию труб. Принимает участие Термаком и итальянская компания. Но доля итальянской компании должна быть 90%. И они инвестируют только 1,5 миллиона долларов. Но Термаком должен дать ему эксклюзив на этот объем работы. Вы представляете, сколько тысяч километров трассы вот у нас здесь Кишинёва? Нормальные какие-то условия, в том числе суды, контроль гражданского они общества. Они эти мухи не слетались бы вот на наш этот мёд. Строительство даже на вот улице в том виде, Тейлора, есть. Апелляционные палаты. Сейчас такое ощущение, что вот они мы, давайте садитесь на нас, мы с вами поделимся, вы с нами поделитесь. Как будто специально предлагается вот эта собственность, вот включая муниципальную, на то, чтобы ее разграбили. Давайте грабить вместе. На иностранные компании легче свалить вину, легче списать. Ну, то есть мы как уже... Как Киртаков всегда говорил, мы строим мусоросжигательный завод, это передовой завод, лучше всего. 280 миллионов евро. Да, и там сколько проблем нам снимет. Ну, смотрите, Виктор, если тарифы вырастут, то насколько? Сейчас мы эти кустари с этими трубами, вот этими изоляциями. Вот к вам вопрос. Если тарифы вырастут для конечных потребителей, то насколько? После ну, вы понимаете, сразу. Они будут есть такой ответ. Потом мы похватимся, что на 70%. А есть у нас такой... люди вынесут очередное повышение тарифов? Больше мы даже не знаем, как эти тарифы формируются. Вот, сколько кстати, муниципальном да. совете были обломаны копии по поводу того, как формируются тарифы на те или иные виды услуг. Как и тоже транспарентности нет. Есть, знают, конечно. Кто-то знает. Вот, к примеру, эти же конфиденциальные документы гласят очень четко. Отказаться покупать это термоагент у ТЭЦ-1, потому что он стоит где-то 680 леев, а у ТЭЦ-2 он стоит 400 с копейками, и это приводит к увеличению стоимости, конечной стоимости гигакалорий для населения. Но сегодня я и на комиссии профильной, и сегодня возразил Киртуак, и я сказал, люди добрые, тарифная политика – это не только проблематика муниципального совета. Да, муниципальный совет принимал решения по компенсациям. Да, муниципальный совет принимал решения, замораживал тарифы. Но не муниципальный совет устанавливал тарифы на вторичный продукт с Термакома, которым является теплая вода в результате охлаждения генераторов, на такие высокие. Это делал Анре, это делал государственный институт, будем так говорить.
правительство, да. Структуры. Значит, ответственность общая. Почему вы навешиваете дохлых собак и такие фактуры на горожан только? Почему ответственность не берет на себя и государство? Ведь государство это наше общее. И для горожан Кишинева, и для сельчан. Это наше государство. Молчок. А вопрос-то, ответ-то очень простой. Они хотели украсть муниципальную собственность, и их больше ничего не интересовало. И второй вопрос. Закрыть дела по этим воровским сделкам по взаимозачетам. Которые тянутся с... Вы понимаете, кто в них участвовал? И сам Кирдак говорил нам неоднократно, и Филат, и другие. Это кто? Платон, Плохотнюк. Вот через эти схемы, через эти предприятия. Это миллиардные состояния. Они потом на эти деньги что купили? Банковскую систему. Вот, и вот для того, чтобы известно, заполучить чистый листок, вот они руками этих горе-правителей и почистили себе CV. Так нельзя поступать. Так еще нельзя поступать добавить, с народом. Юрий, я вот вас как журналиста... принцип один. Вот захватить, а потом раздробить и продать. Они не будут заниматься производством, они не будут налаживать повышение эффективности вот этого, того же термоклома или ТЭЦ. Они не будут этим заниматься, им это неинтересно. Юрий, дальше, вас... продолжение этого очень важно. Да, хорошо. Я сегодня им задал вопрос, а вы знаете, может быть банкротство лучше? Он говорит, почему? Да потому что придет тот, который одолжил. Они работали в кредит? Да. Молдова газ поставляла газ? Да. А может быть, Газпром даст деньги на модернизацию, вот генерирующих. Опять рука Москвы. Я говорю, люди добрые. Это очень важно, потому что меня не интересует. На самом деле, если задуматься, это очень правильно. Потому что России это выгодно здесь производить. Выгодный проект. На своем газе. На своем газе, при том дешевом газе. Эти проекты существовали в молдавском правительстве. Конечно. Создание совместных производств именно с Газпромом. Я бы отдал за один лей, только чтобы Газпром поставлял сам себе дешевый газ и производил эту продукцию. Именно. Дальше. В Кучергане что получается? Электроэнергия дешевле, чем в кишиневских ТЭЦах. Почему? Дешевле газ. Дешевле. Так что мы хотим, если мы зомбируем население пугалом рука Москвы и в то же время душим его тарифами? Вместо того, чтобы взять, к примеру, пример Януковича. Люди добрые. Ради того, чтобы человек мог нормально жить, ему нужны нормальные тарифы на услуги, качественные услуги. Юрий, я хотела вас спросить как журналиста. Вот уже понятно, что конечный потребитель только проиграет, да, от сегодняшнего решения. Тогда вопрос, чьи интересы лоббирует Министерство экономики? Почему оно продвигает такие проекты? И насколько мне известно, вот и вы, Виктор, подтвердили, что на муниципальных советников оказывалось наглое циничное давление. Их практически шантажировали. Вы вот считаете это вопросом? Не риторический. Не создан ли прецедент в масштабах всей страны? Хотя я считаю, что процесс приватизации... А гораздо раньше. Мы эти прецеденты очень хорошо знаем, они очень хорошо освещались. Сейчас вот ситуация... так подошла, что вот это яблоко в виде муниципальной собственности, оно созрело и само практически упало в руки. Ну вот на примере сегодняшнего решения могут поступать либерал-демократы и либералы в районах. Они так поступили с банком, они так поступили с аэропортом. Олигархических групп у нас не так уж и много, чтобы тут много гадать, кому это выгодно, кто этим занимается. Тут все на поверхности лежит, кому это выгодно. Но вот. Это рейдерский, я вот хочу подчеркнуть, что это рейдерство, это не просто переток из одних рук в другие, это значит одни захватили и они сделают, вот раздробят и рассеют это. Они не будут даже заниматься вот этим оборотом большим. Меня удивило еще один момент, очень важный момент. Несколько лет назад у Всемирного банка был вообще другой подход. Они были против слияния.
Дальше. Я задал вопрос специалистам Министерства экономики, а как вписывается с третьим энергетическим пакетом? Люди дома. Да, конечно, вот. Это связано, кстати, с электро... это принципиальный, это принципиальный и профессиональный. И что они ответили? Это не касается термоэнергетического комплекса. Подождите. В момент слияния это предприятие будет уже не чисто термоэнергетическим, а электротермоэнергетическим. Оно будет и производить, оно... и поставлять, и продавать. И оно вписывается в это. Плюс к тому, оно потребляет газ. Это означает, что два компонента, газ и электроэнергия, вписывается в энергопакет. Виктор, это при том, что у нас нет контракта с Газпромом. А это дает и ответ. Зима обещает быть холодной. И коллега был прав. Когда интересы такие большие и масштабы воровства такие большие, плювали они на интересы граждан, на всех. В Штатах в 70-е годы таких людей называли ликвидаторами. Они шли, банкротили предприятия и продавали задарма получить гроши. Оставляли акционеров без... Даже фильмы художественные сняты по этим... Вот так же пользуют ту же технологию здесь. Разгосударствование через воровство. Прямое воровство. То, что происходило в конце 90-х. Уму непостижимо. Потому что люди должны понимать, они остаются беззащитны. Вот я как раз хотела спросить, вот куда теперь простым людям, простым гражданам обращаться, если даже апелляционная палата допускает нарушения? Я сейчас имею в виду случаи вот этого скандального уже незаконного строительства на улице. А я скажу, Дейлор. Куда? И чем этот конфликт... А знаете, для меня было очень неожиданно, знаете, что Юрий, это прозвучало уже на Юрий, уровне парламента. Можно я договорю? Этот случай, даже он важно, чем это все закончится, но еще важнее, что этот случай с этим строительством здания, да, что они там ремонтируют апелляционной палаты, для апелляционной палаты строят это административное здание. Этот случай показал людям, что нет у нас правды, нет, нет правды. То есть, когда, то суд есть, уже, когда уже суд действует. Нет, правда есть, есть правда. И не надо быть такими пессимистичными. Пессимизм – это плохое дело. И принципиально важно, оптимизм, вы задали вопрос очень важный, я всегда остаюсь оптимистом. Куда обращаться? К нам, к представителям партии коммунистов. Потому что я вчера на комиссии по этому объекту, я им напомнил, ребята, вы не будете строить только апелляционную палату. Не забудьте, что правительство имеет план строить новую тюрьму. Да, за миллиард. И вот я вам говорю сейчас и говорил им на этом заседании. Вы знаете, радость абонируйте всегда, себе. Радость бронь, всегда бронь. Коллективная, а ответственность индивидуальная. Мы на сегодняшний день документируем, чтобы потом они не говорили, что это политические досье, что это политический заказ. Мы говорим им сейчас напрямую, что это воровство, бандитизм, коррупция, рейдерство. И после того, как власть поменяется, сидеть будут. Сидеть будут, потому что уже не будет этой, этого ласкового мая защита. А люди должны понимать, что мы им все, мы их все равно защитим. И как говорили, даже по Термакому найдем решение возврата собственности народа даже по банку. Сегодня исключительные слова вышли из уст этого киндер-сюрприза. Мы давайте сейчас проголосуем, а потом давайте что-нибудь напишем в этом решении, чтобы потом взять сети обратно. Это как? За что можно будет зацепиться и не ответить. Это чтобы не ответить. Я вам скажу как. А вы помните, на днях был случай, когда школу продали в каком-то районе за 250 тысяч, а потом ее выкупили за 2,5 миллиона. Это та же схема работает. Продаешь дешево, покупаешь за счет публичных средств дорого и делишь деньги. Вот что они предлагают сейчас. Потом муниципалитет
купить у этого предприятия сети обратно в 10 раз дороже для того, чтобы тоже распиливать. Меня это не удивляет. Я сегодня слушал часть муниципального заседания муниципального совета и услышал один из проектов был о том, чтобы передать какую-то недвижимость кому-то там в аренду. Вопрос возник у кого-то из советников, а будет ли после этого, имеет ли, получит ли право человек это приватизировать. Тра-ла-ла, это не является памятник архитектуры, ничего не да-да. Будет иметь право приватизировать. Так вот, что самое интересное, суть меня, в общем, распешила, я падал со стула, что объекта недвижимости нет, есть какие-то голые стены. Это здание, которое было под снос. А зарегистрировано как полноценный объект недвижимости? Кто-то, значит, его берет в аренду, чтобы использовать эти так называемые площади, которые на бумаге существуют, в природе их как бы и нет, наверное. Вот. Какой-то депутат, наивный, такой же, как я, наверное, ну, муниципальный советник, задается вопросом, а как же он берет в аренду, если тишина в зале воцарилась на некоторое время, все поняли, оценили степень наивности этого советника, ну, скажем, ну починит и будет пользоваться. Самое интересное, вы помните скандал в сентябре? Я так предполагаю, что у вас часто такое бывает. Очень часто. Вы знаете, и главный клоун это Киртуаков. Муниципальный совет продает и сдает в аренду виртуальную недвижимость. Сегодня была еще блестящая его выходка. Повестка дня, и в повестке мне написано, нет проекта. Мы сразу недоумевая, у нас же через профильные комиссии эти документы проходят. Мы задаем вопрос секретарю, а где первичные документы, они же прошли. Ответ простой, как две копейки, а Киртуак их забрал и держит у себя в кабинете. И я тут уму непостижимо уже не вытерпел и сказал, люди добрые, ну это не администрация, не публичная администрация, а черт тебе знает что, извините, дорогие телезрители, да. Потому что, ну как ты, на каком основании ты берешь и держишь эти документы у себя в кабинете? Хочет, дает, не хочет, не хочет. А вот по апелляционной палате. Мы вчера вообще такую красивую песенку услышали. Оказывается, что в Кишиневе коллега по школе Гамрецкий этого Киртошки своим росчерком пера выдает в аренду временное пользование какую территорию хочешь возле строительства. Я чуть не упал. Есть же механизм законный. Он говорит, да нет, он имеет право это делать. Я говорю, как имеет право? Потому что управление транспорта выдает только на оперативные. Там, где порвалась труба, там, где нужно ремонтировать кусочек дороги. Оказывается, они у нас, вот эти коррупционные схемы, создали практически во всех этих управлениях. И мы сейчас занимаемся именно незаконным строением, активами профильными и непрофильными муниципального совета. И уму непостижимо, что мы там находим. Да вообще, вся система коррумпирована. И возвращаясь к сентябрю месяце, если вы помните скандал с 10 гектарами, с 16 гектарами, что коммунисты с либералами что-то там крутили. И вот сегодня я подхожу к одному зеленому консильеру, я говорю, слушай, вы же отдали полтора бюджета, муниципальных бюджета, и все это за счет граждан, потому что им придется фактуры платить. Вас совесть. Не мучает. Нет угрызения, не мучает. Не мучает. Виктор, у нас 2 секундочки осталось до конца эфира. Я так смотрю, что жизнь муниципального совета не отстает, в принципе, по общей картинке от жизни всей нашей страны. Заканчиваем стиль, год во всяком случае, тяжело, тоже. Но весело. Да, умирать так с песней, что называется. Но хотелось бы закончить все-таки эфир на позитивной ноте. Бюджета нет, да, насколько я так понимаю, Кишинев вступает в Новый год без бюджета, а возможно и будут сюрпризы, когда бюджет будет приниматься ночью. Почему ночью? Во тьме. В общем, сюрпризы еще могут быть. Воровские сходки могут быть. В двух словах, в принципе, что хорошее можно вынести из этого года? Очень просто. А вообще наши зрители спрашивают, когда это безобразие в муниципальном совете закончится. Я им скажу, когда.
когда правильно будут голосовать. Вот, именно. Я не скрываю того, что я хочу быть кандидатом на пост мэра. А вот избиратели говорят, вот я не всегда, скрываю того, вот всегда, что если Кишинев будет еще голосовать политически и будет постоянно зомбирован рукой Москвы и всякими пугалами, им ждать нормальных, качественных услуг от местной власти не придется. Почему? Потому что постоянно, когда будет поднят какой-то экономический вопрос, появится пугало. «Газпром, рука Москвы». И больше ничего. Как вы можете просить у этого человека нормальной администрации, если он нормальную дорожечку на несколько сот метров... Это диардица, это что-то, какой-то анекдот. Он не может завершить. Что вы от него хотите? Ну не может человек работать. Юрий, ну, ваше последнее слово. Я хотел сказать, что если господин Гурыл станет градоначальником, то с него хотя бы можно будет спросить, за все, исходя из того, что он вот сейчас говорит в этой передаче, и на муниципальном совете, и на других уровнях заявляет. И все-таки простым людям дайте надежду. А мне бы хотелось сказать простым людям, что вот именно правильно голосовать. А голосовать как? Надо голосовать за людей, которые любят этот город. Это самый главный критерий. Если человек любит этот город, он никогда плохо для этого города не сделает, и для горожан. И так дальше надо выбирать и генерального примара, и муниципальных советников. Mm-hmm. И вот всех этих дворников точно так же надо выбирать. Потому что начинается с дворника заканчивается... И самое главное, чтобы люди были профессионалы. Потому что когда человек не понимает, что такое труба, и дело идет в трубе, тогда уже все, мы сами. Тогда уже дело труба, да, дело труба. Да, спасибо вам огромное за участие в нашем сегодняшнем эфире. Друзья, мы с вами прощаемся. Сегодня был последний эфир, последний эфир прайм-тайма в этом году. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступающими праздниками. И, конечно, всего вам самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких.